Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Вновь у нас рубрика «Вкус вилл». Сегодня у нас на обзоре пицца с ветчиной, куриной и сыром мини. Такая крошка 90 грамм стоит 142 рубля. Очень дорого для такой маленькой пиццы. Производитель у них только один. По отзывам, в общем-то, весьма неплохо. 4,8. Пересолено, очень вкусно, очень маленькая, малюсенькая садушку. То есть... Большинство положительно оценивают данную позицию. Давайте посмотрим, что она себя представляет, и будем дегустировать. Итак, состав у нас входит следующее. Тесто из муки пшеничной высшего сорта, масло подсолнечное, сахар, песок, дрожжи прессованные, начинка изделия из мяса птицы, ветчина, куриная, состоящая из филе грудки, соли, сахар, экстракты, специи, кардамон, перец черный, молотый. Сыр моцарелла, 42% жирности. Соус томатный, сахар, соль, орегано, сушеный, перец черный, молотый. Ну, в общем, такой вот составчик. На 100 грамм продукт на 14 граммов белков, 7 граммов жиров, 29,7 грамм углеводов и 238 килокалорий. Изготовитель у нас Пинс, сделано город Домодедово. Ну что, такая вот просто реально крошка. Действительно. Сейчас разогреем. Будем дегустировать. Что, ребята, разогрели. Пахнет, в принципе, неплохо. Действительно, очень крошечная. Очень крошечная. Вот видно, раз, два, три, четыре, пять небольших кусочков ветчины. Сыра немного видно, и вот томатный соус по типу кетчупа, так понимаю. Сейчас она очень горячая, подостынет, и начнем дегустировать. Ну еще давайте начнем дегустацию, погнали. Ну, тесто абсолютно обычное такое. Ветчина довольно безвкусная. Несмотря что начинка кажется такая сочная, довольно суховато, вам скажу. Много теста, томатный соус безвкусный. Ну, типа реально, как там писали многие, как в школьной столовой. Но только в школьной столовой, когда я учился, на вообще рублей 15-20 стоило. Не знаю. Объективно, на мой взгляд, ей цена максимум. Прям максимум 50 рублей. Это прям максимум. Она стоит почти 150, там 142. Ну это пиздец. Такое плотное тесто. Несколько кусочков ветчины. Томатная паста солененькая. Немножко сыра моцареллы. И все. Ну, очень разочарован. Что могу сказать в заключение, какую оценку поставить? Я поставлю 2 балла из 5 максимум, даже, наверное, единицу, все-таки нет, я поставлю 1 балл из 5, не рекомендую крайне, объясню почему. Во-первых, да, она очень маленькая, но это не самая проблема, если бы здесь были вкусные, отличные ингредиенты, это было бы уместно. То есть вы получаете кайф от всего, от теста, от соуса, там, не знаю, от сыра, от той же ветчины, да, то есть было бы здорово. И здесь... Обычная безвкусная ветчина, томатная паста такая кисленькая, практически нет сыра и толстое тесто. И это вот 90 грамм за 150 рублей почти. Ну, однозначно они стоят своих денег. Я говорю, полтинник это прям край. Вот. Если бы она стоила там рублей 20-30, вопросов нет, пойдет. Поэтому единица крайне не рекомендую. Она, во-первых, маленькая, во-вторых, не очень вкусная. Есть можно, съедобно, но никакого кайфа нету. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.